Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Гоголя при поддержке Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области с 1 февраля объявила арт-марафон. Арт-марафон «Шығармашылықтың сиқырлы әлемі. Волшебный мир творчества» посвящен десятилетию клуба мастеров. Заявки на участие принимались от мастеров художественного творчества Карагандинской области с 1 февраля по 9 апреля. Арт-марафон проводится по следующим номинациям: декоративная живопись, художественная роспись, изделия из войлока, вязание и вышивка, авторская кукла, резьба по дереву, украшения и аксессуары. Оценку творческих работ и определение победителей арт-марафона проведет компетентное жюри в составе Калмаханов Мадихан Тикмаханович, член Союза художников Республики Казахстан, член-корреспондент Академии художеств Республики Казахстан, старший преподаватель кафедры ИЗО и дизайна Карагандинского университета имени Букетова. Авилова Елена Вадимовна, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, мастер по созданию авторской куклы. Карашулаков Берик Амантаевич, преподаватель художественного труда, мастер вышивки. Подведение итогов арт-марафона «Волшебный мир творчества» и торжественная церемония награждения победителей состоится 20 сентября в 11:00 в областной универсальной научной библиотеке имени Гоголя.